вагоне, я так его не видела. Это сплошного поколения. О, видишь? Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Будьте осторожны, выходя вот из вагона. Выпустили. Ничего случайного нет. Вот видишь, выскок, бзик, не туда, не в ту сторону поехали. Зато вот какой интересный вагон я увидала. Mm-hmm. Ты в таком уже катался? Да. А я нет. Вот поэтому мне так сделали, чтобы я увидала такой вагон. Была в теме новшеств. Ой, здесь нормально. Там я даже не поняла, как глянула. Какая-то была эта линия не та. This is Белорусская. Change here for line 2, D1 and Air Express trains to Шереметьево Airport. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Тут проход стал намного сильнее. Было уже немного. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Краснопресненская. The next station is Краснопресненская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. This is Краснопресненская. Change here for Баррикадная station, line 7. Пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
станция Киевская. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. This is Kyivskaya. Change here for lines 3 and 4 and Aeroexpress trains to Vnukovo Airport. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.